В общем, мы группа Дан. У нас, в принципе, вообще в группе 7 человек, но сегодня в таком в малом составе. Нас сегодня четверо. И первая песня называется «Беслан на стихии» Ебубки Елесовой. Все, наверное, помнят, был теракт в Беслане в 1954 году. И вот после этого теракта, год спустя, вот она поехала на это место и была возле кладбища. И она рассказывала, стояла такая погода, абсолютно без облаков, без ничего. И шли какие-то такие мелкие росинки в воздухе были, как будто бы, ну, плакала. Это было 1 сентября, она год спустя ездила. И она в тот же момент написала вот этот стих, собственно, который и была написана музыка. Дорогу к